Диан, понравился тебе глава администрации? Он на меня похож. Под глазами такие же синяки, как у меня. Да, бабуль крутой. А тебе понравился? Чего бы не понравился, на меня похож. Конечно, понравился. Красивенький мальчик. 27 лет. Может, ты к нему клинья подобьешь как-нибудь? Мне очень понравился. Очень даже. Хороший мальчишечка. А тебе, Дианочка, понравился? Вот с таким бы можно задружить. Придумай, по какому вопросу к нему обратиться, и пойди на прием к нему, и так вот и познакомитесь. И глазком так моргни ему. А, даже у жены можно отбить, если есть она. Не знаю, женатый, надо спросить у тети Зои. Достаточно сложная тема. Понимаете, в чем? С одной стороны, мы вроде бы постоянно говорим, вот раньше были женщины, да? И мы гордимся нашими матерями, бабушками. А с другой стороны, иногда посмотришь вот на этих вот матерей наших и бабушек и думаешь, а так ли виновата в том, что происходит нынешняя молодежь, нынешнее поколение? Либо это все-таки результат воспитания по итогу? И сложность-то как раз-таки в том, что аудитория разделится на два лагеря. Первые будут думать, что это все подстава, и наши бабушки не такие. А вторые будут говорить, что тогда было точно так же. Буду ждать ваши комментарии, только давайте без оскорблений и без срача.